Актуальный для Нижнего Новгорода день открытых дверей состоялся сегодня. В Приволжской столице демонстрировали строительную технику. На суд представили экскаваторы-погрузчики, которые используются в строительстве, при работе с подземными коммуникациями, а также при проведении дорожно-строительных работ. Оператор продемонстрировал, насколько эффективно может быть гидравлика. Вместе с ней надежная ходовая часть и легкость управления позволяют во много раз сократить сроки решения поставленных задач. На дне открытых дверей Джон Дир собрались люди разных профессий и представители крупнейших строительных компаний. Все сошлись во мнении, что современная и функциональная техника должна присутствовать в регионе. Это сегодняшнее вложение в будущее области. Мы являемся учебным заведением. Хотелось бы наше подрастающее поколение, естественно, учить чему-то новому, современному. А так мы обучаем старой нашей отечественной техникой, еще сделанной в Советском Союзе. Что касается строительной техники, представленной достойной линейкой, преимущество – это, безусловно, наличие запасных частей здесь и сейчас, в любой момент, повторюсь, 24 часа в сутки, а также квалифицированный сервис.